трудно оценить, но, конечно, открытое снабжение, тоже транспортное, именно сообщение, его нужно прекращать. Поставку продуктов, конечно, нельзя прекращать, потому что все-таки там и наши люди. Если прекратить это все, тогда и людей перестанем кормить. Не, ну хорошо, как бы. Надо как-то блокаду сделать. И в Крыму, я знаю, у меня есть знакомые, которые из Крыма, которые готовы терпеть, как бы, да, терпеть, чтобы была блокада. То есть все, буквально там уже воду отключили, все, они люди готовы. Ну, те, кто проукраинские, так скажем, настроены, ну да. Я думаю, в Донбассе тоже, в принципе, можно было такое сделать. Пускай, если Россия, да, оккупировала, пускай их содержит. Да. То, что как бы там наши граждане есть, понятно, что там не все так, те, кто поддерживает Россию, остались как бы из Украины, просто по, ну, понятно, что по материальным причинам не могут как-то выехать. Это, ну, хочется, конечно, как-то этих граждан защитить, но я лично не вижу просто, как это сделать. Ну, я думаю, что это действенный метод будет. Ну, поставлять продовольствие, там, обеспечение на территории, которая оккупирована, это просто кормить сепаратистов. Мясо, конечно, есть. Это, я думаю, пенсионеры, которые не могут сами себя обеспечить. Но я думаю, что до них ничего не дойдет. В любом случае, что мы будем поставлять, что не будем. Волонтеры очень много делают для АТО. И, ну, в принципе, если бы не волонтеры, то там было бы все очень плохо. То есть изначально так получилось, что в нашей стране, к сожалению, не государство обеспечивает, а обеспечивают люди, которые беспокоятся за судьбу страны. Положительно. Я считаю, что уже де-факто Донбасс нам не принадлежит, поэтому логика в этом есть, что не поставлять ничего. Но в этическом плане, в международном, может, хотите, там, политкорректности, наверное, это неправильно все-таки.